предупредить возникающую угрозу в информационной сфере, сегодня обсуждали на заседании Координационного совета при полномочном представителе президента России в Поволжье. Его провел помощник полпреда Александр Давыдов. Члены Координационного совета проанализировали, насколько эффективно поволжские регионы обеспечивают безопасность, создавая государственные информационные системы. Особое внимание было уделено ресурсам, разработанным на так называемых облачных технологиях. На заседании разработали рекомендации по совершенствованию процесса подготовки и повышению квалификации специалистов, курирующих вопросы защиты информации. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что республика эти проблемы решает эффективно. На Координационном совете обсудили и процесс взаимодействия работодателей и образовательных учреждений, которые готовят специалистов в сфере информационной безопасности.